Привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать палетку от Inglot. Это такие вот Freedom палетки, когда вы сами покупаете Freedom System. То есть это палетки, которые вы сами покупаете себе рефилы и вставляете те, которые хотите. Я хотела купить вообще такую вот, прям есть там огромная, там много вы можете оттенков ложить. Ну вот как-то ее вроде как не было в наличии. Была вот эта поменьше, по-моему, она идет на 24, что ли, оттенка, уже не помню. Ну вот давайте покажу вам, какие оттеночки я купила. И, кстати, говорят, тени от Inglot очень хорошие, они абсолютно не уступают теням от MAC. Кто-то говорит, что они даже лучше, чем тени MAC. Ну, не знаю, там такие большие рефилы, но давайте вместе с вами откроем и все посмотрим. Я, кстати, давно очень хотела эту палетку, вернее, не палетку, вот эти тени и эту так называемую систему. Вот так вот это выглядит, если она вот на магнитике. Тут вот снимаете, и очень удобно краситься, то есть ничего вам не мешается никуда, вот эту систему не надо закрывать, открывать. Повторюсь, меня не смущает, что здесь нету зеркала, потому что я все равно им никогда не пользуюсь. И, кстати, я сделала покупку на официальном сайте Inglot, и пришло, вы знаете, очень даже быстро. Здесь вот так вот. И насколько я понимаю, чтобы достать рефилы из этой палетки, то есть это не так просто, надо купить специально такой, у них же на официальном сайте такой как магнитик, и вот вы его прикладываете и вытягиваете рефил. То есть вы их, когда уже вставили в эту палетку, вытянуть, имейте в виду, их не так и просто без вот этого магнита, я так понимаю. Не уверена, что и с магнитом легко вытягивается, не знаю, но вот, по крайней мере, это так. Вот. Так вот все это выглядит у нас. И, как я уже повторюсь, хотела купить вообще такую, то есть она, по-моему, вдвое больше, чем эта, но представляете, какая бы это была бы огромная палетка. Ее с собой даже никуда ни в путешествие не взять, ничего, потому что она была бы, ну, считай, ну, наверное, как две эти, то есть вообще такая огромная-огромная, а это все-таки ж не такая большая, если надо, можно купить две. Ну, давайте покажу теперь оттеночки. Самой, кстати, очень интересно их посмотреть. У них есть и матовый, и перл тени, и прессованный пигмент. Что у них там еще? Блестяшки есть вот эти вот раз. В общем, в принципе, очень-очень огромный выбор. Ну и давайте начну, наверное, с кремового пигмента. Вот так вот он выглядит. Вот так вот они, кстати, по вот этим картинкам можно понять, что это. Вот, допустим, вот такая вот картинка, это значит матовый. Допустим, вот эта вот блестяшка, это значит кремовые пигменты у них. Ну, давайте вот кремовый пигмент. Это у нас оттенок номер 707. Вот он, 707. Я так понимаю, у него есть какое-то название, Reunion, так что ли. И вот так, как тут его открыть. Вот так вот он выглядит, этот оттеночек 707. И здесь у нас написано, что надо ножницами прорезать, чтобы добраться до оттенка, я так понимаю. Так, ну давайте возьму ножницы. Да, открыть их тут тоже, знаете ли, не так просто. Вот тут вот я прорезала ножницами. Тут у нас всегда оттенок, если нужно. Но опять же повторюсь, что вытянуть из палетки не так просто, чтобы, знаете, быстренько вот вы посмотрели, какой у вас оттенок. Так что не так просто, поэтому я советую вам где-то или их записывать, или я знаю, что некоторые прямо на задней стороне палетки клеят такие наклеечки с оттенками. Вот так вот выглядит. Это у нас кремовый прессованный пигмент. Ну, давайте сюда нанесу. Очень красиво. Посмотрите, какой он пигментированный. Просто супер, как он красиво еще блестит.
как мне тут показать? Во, смотрите, как красиво блестит. Его, кстати, здесь очень много этого оттенка. Сколько тут граммов у нас? Даже не знаю, сколько. Здесь у нас 1.9 грамма этого оттенка. Очень много, вот, то есть такие большие, можно так сказать, рефилы, хватит точно надолго. Вот тут вот тоже написан этот оттенок 707. И, конечно, очень, с первого сводча, посмотрите, какой хороший, какая хорошая пигментация. Что это у меня тут? Ой, тут я уже замазала. Ну, очень, мне кажется, красивый оттеночек. Этот 707 такой лиловый. Его можно и на работу носить, он не какой-то там розовый, знаете, синий. Красивый оттеночек. Дальше у меня матовый оттеночек. Это у нас оттенок 358. И выглядит он у нас вот так. Значит, 358. Уже такой холодный. Вот такой вот оттеночек. 358. И он у нас вот такой вот прям холодный матовый оттенок. С первого сводча не очень. Давайте еще. Вот такой вот холодный. То есть вот есть и с блесточками такой вот, и лиловый холодный. Я люблю холодные оттенки. Поэтому у меня будет как бы так несколько холодных оттенков. Ну вот, я больше, если выбираю между теплыми и холодными, я вот всегда больше предпочитаю холодные оттенки. Вот такой вот, значит, у нас 3, 5, 8 оттенок. Следующий матовый оттеночек, это оттенок 3, 4, 2. Значит, 342. Это у нас тоже матовый оттенок. И давайте откроем его. Значит, вот 342, 342. И он тоже вот такой вот холодный. Значит, вот такой вот этот оттеночек. 342. Матовый. Тоже, посмотрите, какая хорошая пигментация у этого оттенка. Такой вот. Следующий оттенок тоже матовый. И это оттенок 357. 357, то есть матовый NF. Не знаю, чем они отличаются. Там вроде было просто матовый, и под все матовые я покупала. Не помню, или было там отдельное NF. Ну, в общем, если вы зайдете на официальный сайт, то там, конечно же, все будет. Значит, вот 357. Это уже вот такой вот оттеночек. Видит этот оттеночек. 357. Очень я, кстати, довольна, что я купила эту палетку. Все-таки не зря. И вот такой тут. Чем-то похожий, но вы видите, что он все же другой. То есть вот, может быть, вместе, если их взять, они как будто бы... Ну, не, видно даже тут, что они все-таки разные, не одинаковые. Ну и на сводче, конечно же, видно тоже, что они абсолютно не одинаковые. Такой вот. Кстати, забыла сказать, что палетка вот эта на 20 оттенков стоит 15 паундов, а каждый рефил, независимо от того, это прессованный пигмент, это матовый, это перл, блестяшки, то есть неважно что, каждая вот эта вот тенюшка стоит 5 паундов. Вот хочу показать на солнышке, как выглядят эти оттеночки. Вот так вот. Блестяшка, конечно, просто класс. Вот такие вот блестяшечки.
Вот тут вот без солнышка, как они выглядят. То есть такое без солнышка, как в холодном. Именно вот хорошо видно вот здесь вот эти вот холодные оттенки. Обожаю холодные оттенки. Вот такие вот красивые тенюшечки. Следующих два оттенка это кремовых прессованных пигментов в оттенке 709 и 701. Ну вот покажу 709 сначала. Это такой 709. Это такой красивый синий оттенок. Давайте покажу. Вот такой вот красивучий оттенок. Очень, кстати, мягкий. Посмотрите, какая красотища. Во. Очень красивый. Это вот у нас 709 Party Killer. А вот следующий оттенок Just Chilling. Посмотрите, он весь раскрошился. Весь вот, к сожалению, вот такой вот. Очень красивый оттенок, но, к сожалению, так достать его не смогу, потому что вот тут все в этих крошках. Но вот так вот он как выглядит. То есть буду держать его в этом чехле и, в принципе, так вот им и пользоваться. Так вот. Вот на солнышке. Кстати, также хотела вот показать вам палетку, которая еще одна у меня есть, которую я купила. Здесь у нас уже чуть меньше цветов. И сюда я планирую ложить именно какие-то лимитированные, которые были, и разные прессованные пигменты, то есть чтобы, скажем так, матовые оттенки и какие-нибудь там перл оттенки сатиновые не были в одной палетке с прессованным пигментом или с какими-то глиттерами, чтобы глиттер не опал на особенно матовые оттенки. И здесь палетка на 10 оттенков. Как я планирую делать, это на большую палетку я буду сюда клеить название, чтобы помнить. На эту палетку я клеить название не буду. Я знаю, что некоторые пишут название вот здесь, но я не буду, потому что собрав эту палетку, я уже там дополнительно какие-то глиттеры или что-то там покупать не буду, а если какие-то лимитированные мне понравятся, я их буду уже ложить в другую палетку. Вот так вот она выглядит, очень удобно, опять же, красится, и вот такая вот матовая пластмассовая крышечка, скажем так, хороший тут магнит, кстати, и очень, мне кажется, удобно. И также, кстати, можно купить такую же палетку, например, и складывать вот так вот наверх. Она вся будет примагнититься, то есть вы можете составлять, в принципе, если вы хотите, такие вот башенки. Вот следующих три оттенка. Это два лимитированных от Jennifer Lopez и AMC. То есть это уже Shine. Все они, естественно, пойдут в ту палетку. Ну, давайте начнем, наверное, с лимитированной. Это вот Jennifer Lopez в оттенке J331 Бордокс, не знаю, как он называется. Насколько я знаю, еще можно вроде как приобрести какие-то лимитированные оттенки от Jennifer Lopez. Не все уже, к сожалению, но какие-то еще можно. Значит, вот у нас тут вот оттеночек нарисован, и вот так вот у нас он выглядит. Здесь вот логотип JL. Тут красивый матовый оттенок. Очень красиво в складку.
Вот он. Очень пигментированный. Такой вот оттеночек. Оттенок от Дженнифер Лопес в оттенке J307. Лилак Грей. Так вот. Так вот он выглядит. Он уже сатиновый. Тоже вот такие красивые, пигментированные. Очень люблю вот такие оттенки. Так вот выглядит. Следующий глиттерный оттенок — это AMC Shine в номере 30. Так вот он выглядит. Вот в номере 30. И вот такой вот оттеночек. Так вот. Очень мягенькие тени. И очень пигментированные. Так, на солнышке выглядит. И в тенечке. Следующие тенюшки, это вот тоже, опять же, от Дженнифер Лопес, их лимитированная коллекция. И здесь у меня в оттенке J305 Ivory и J329 Taupe. Люблю тауповые оттенки. Ну, давайте начнем со светлого, Ivory. Значит, вот у нас этот J305 Ivory. Так вот он у нас выглядит. Вот этот JL оттенок Дженнифер Лопес. А сколько здесь, кстати? 2.7 грамма. Много теней, конечно же. Вот такой вот красивый. Вообще, мне кажется, у Inglot очень достойные тени. Вот за эту 5 паундов это, конечно же, просто по лимонаду тени. И и много у них выбора большой. Ну, вообще достойные очень тени у Inglot. Такой вот. И теперь этот тауповый J329 оттеночек. Вот он уже с такими вот блесточками. Вот он. Вот такой вот. С такими блесточками. Вот оттеночек J329 тауповый. Вот он. Знаете, мне бы он, наверное, больше бы нравился, если бы он был просто матовый. Вот эти вот блестки, мне кажется, конечно же, здесь ни в строй, ни в бой. Так вот откровенно прям говоря. Не нравятся мне эти блестки здесь. Ну, ничего не поделаешь. Гораздо, мне кажется, приятнее был бы оттеночек без... Зачем эти блестки сюда поставили, я не знаю. Ну да ладно, как говорится, что есть, то есть, нечего тут бурчать. Ну вот такие вот оттеночки от Дженнифер Лопес. По традиции, естественно, покажу их на солнышке. Вот они. Ну, что тут не очень хотят фокусироваться, как всегда. Вот. Вот они на солнышке. Здесь получше видно их блесточки именно на солнышке, как они видны. Такие вот. Вот они и в тенечке. В тенечке больше вот этот вот коричневый, как матовый, что мне больше, кстати, нравится.
на солнышке и, конечно же, при вечернем освещении будет видно больше вот этих блесточек, которые, ну, вот именно в этом коричневом, которые как раз-таки мне не нравятся. Потому что, наверное, для меня вот этот коричневый оттенок, это такой дневной, при не, скажем так, при неярком солнечном освещении или не при вечернем, чтобы вот этих вот блесточек не было видно. Но, конечно же, вот этот светлый оттенок, он, в принципе, всегда и в любое время красивый. Следующих три оттенка от Inglot. Это вот такие вот. Вот они. Тут у меня уже вся испачкалась. Такие вот оттеночки. Ну, давайте начнем с первого оттенка. Это у нас оттенок 337. Так, вот он у нас выглядит. 337. Вот 337. Такой вот холодный, красивый матовый. Обожаю такие оттенки. Его, он очень красиво и в складку. Вот прям идеально, мне кажется, вот, это, вот такого типа оттенки идеально ложатся в складку века. Такой вот. NF в оттенке 360. Выглядит он у нас вот так. Чем-то похож на этот, но немножко другой. Тоже вот такой холодный, но темнее холодного 360. Он гораздо холоднее, чем вот этот оттенок, если сравнить, и темнее. Вот такой вот он. И вот я их вместе поставлю для того, чтобы понять, что это все-таки разные оттенки. Вот так вот. Вот этот в сравнении, вот этот более теплый, этот более холодный. И этот такой потемнее. Так, поближе покажу. Вот он. Оттенок тоже матовый NF, но это уже троечка оттенков 117. Из всех троечек мне нравится только одна троечка, и это вот это 117. 117 здесь вот именно такие вот холодные оттенки, как я люблю. То есть это вот такая вот малюточка, как и все, но она поделена на три сектора. И давайте я вам как-нибудь попробую просвочить эти три сектора. Вот они. Что-то как-то мне тут не набралось. Тут, конечно, сложно набрать пальцем, не затрагивая другой сектор. Боже мой, что я натворила? Так, еще раз. Смешивать, конечно же, я сейчас еще раз нанесу, не хочется эти оттенки, потому что они разные. Кисточкой, конечно же, будет удобнее набирать, чем пальчиком. Пальчиком тут вот моими сосисками сложно тут подобраться. Вот такие вот три. Потому что, ну, смешивать как-то получится совсем другой оттенок, который, в принципе, не хочется. Но вот они вот такие вот. 107, это вот 117 троечка. И вот этих два. Все матовые оттенки. Так вот они выглядят. Ну, матовые на солнышке особо-то нету смысла показывать. Матовые они и в Африке матовые. Ну, вот так вот, тем не менее, они выглядят. Вот они. Тенечки, они, конечно, видны лучше. Кстати, также у меня есть такая еще одна палетка. Вот, Freedom System. Она выглядит так же, как и предыдущая, но сюда я планирую ложить оттенки, которые
кремовые или перл, они еще жемчужные. То есть в одну большую палетку я планирую уложить все только матовые, в эту я планирую уложить разные сатиновые, и в такую же, только другую, разные прессованные пигменты или лимитированные какие-нибудь. То есть я сначала планировала в большую все ложить, но как-то у меня так поднабралось много матовых оттенков, и поэтому я докупила еще одну. И вот такая вот малютка у меня. Это, в принципе, для консилера. Такая вот единичка. Я думала купить двоечку, вложить в одну консилер, в другую консилер под глазки, но как-то вот потом решила, что в принципе мне нужен только зелененький оттенок, и поэтому я его решила и взять. Его покажу. Вот это у меня номер 102. Сейчас открою. Значит, номер 102 и вот только такой вот зелененький. Там есть разные оттенки и подглазки, но как-то в принципе я пользуюсь, ну ими я тоже пользуюсь, но у меня как бы будто бы они есть, но вот такой вот зелененький именно консилер я вот хотела купить уже давно отдельно, у меня он есть в палетке, и в принципе я эту палетку покупала только ради зеленого. А тут вот есть такая вот прекрасная возможность купить сам по себе рефил. И каждый раз, когда будет заканчиваться, можно покупать новый и вставлять этот рефил. Давайте вместе сразу же его и вставим. Значит, вот так вот все это у нас выглядит. И вот, пожалуйста, вам готова палетка. То есть вот так вот всегда можно брать с собой в путешествие. Очень удобно. Такая вот красотулька. Ну что ж, как говорится, вернемся к нашим баранам, к нашим оттеночкам. Вот таких вот два оттенка, это уже прессованный пигмент. Это 720 и 710. Значит, 712 Crush on You. Так вот он называется. И вот такой это оттенок. Такой вот с розовинкой. Так вот он выглядит. Crush on You 712. Как тут показать? Вот, Crush on You 712. Вот такой вот красивый пигмент. Ну, у Inglot вообще хорошие тени, но и пигменты тоже ничем не отличаются. Тут есть, конечно же, вот эти вот блестки мелкие. Но уже что есть, то есть. Но вообще у меня прессованные пигменты у них нравится. И второй пигмент это 710 Easy Going. И это у нас уже вот такой. Он как будто бы местами кажется, что серебристый, но он далеко не серебристый. Вот я их специально вместе поставила, потому что вот тут при сводче видно хорошо, что он именно ближе к розовинке. Вот этот вот 710. У него вот именно вот такой вот розоватый подтон. Покажу получше. Здесь вот все-таки больше отдает серебристым, но вот не знаю, как показать, что это все-таки розовый, то есть вот что это будет розовый у вас оттенок, если вы ищете, то все-таки будьте внимательны, не все сводчи в интернете, на их официальном сайте, именно тот цвет, который есть, скажем так. Следующий оттенок это IMC Shine 171. Вот он, IMC Shine. И это уже вот такой у нас оттенок. Очень мне нравится. Вот он, IMC 171. Оп. И вот так вот он выглядит. Очень красивый, такой металлический. Здесь у меня уже блестки. Металлический оттенок. Очень. Вообще вот эти IMC Shine мне даже нравятся больше, чем прессованные пигменты, потому что, посмотрите, они именно выглядят как
как металлические. То есть не вот эти вот рассыпные блестки, а вот именно как такой вот металлический, красивый, сияющий оттенок. Следующих два оттенка на первый взгляд кажутся похожи друг с другом, но когда их ставишь вместе, это абсолютно разные два оттенка. Это номер 326 и 378. Это уже матовые оттенки. Оба из них матовые. Вот. Давайте начнем с 300. Ну вот сейчас я их так вместе рядом тоже покажу. В коробочке. Ой, все падает. В общем, вот они у меня два вместе. И вот кажется, на первый взгляд они как бы очень похожи. Но давайте все-таки я вам покажу их вместе, чтобы видеть, что все-таки это холодные, но разные оттенки. Начну с 326-го. Вот 326-й оттеночек матовый. Вот так вот он выглядит. Вот он. Вот тут эти блестки, конечно, везде теперь. Сюда поставлю, чтобы не на блестки. Вот такой вот 326-й. И сразу же в сравнении покажу 378-й. То есть он тоже как будто бы такой похожий. Ну вот, даже тут видно, что он другой. Вот их, когда вместе поставите, вы увидите, что это именно другие оттенки. То есть вот если какой-то из этих вам понравился, но вы не знаете, какой выбрать, сейчас вот я их еще раз вместе покажу, то имейте в виду, они разные. И по свотчам это уже хорошо видно, что они все-таки разные. То есть один темнее, другой светлее. Есть у меня один оттеночек из коллекции «Калейдоскоп». Вот так вот. Это у меня 151-й из коллекции «Калейдоскоп». Время от времени Inglot выпускают такие разные лимитированные коллекции. И вот одна из них – это у нас «Калейдоскоп». И, кстати, хочу заметить, на их официальном сайте, я покупала на официальном сайте тени, этот оттенок выглядит совсем по-другому. Посмотрите, вот эта троечка пришла у меня, но здесь вот, да, 151 оттенок из серии «Калейдоскоп». Все как бы правильно, но это не тот оттенок, который я хотела. Я буду его смешивать, потому что мне, в принципе, отдельно эти цвета не очень. Да и вместе что-то не совсем то. Ну, можно сказать, не то, что я хотела. Не тот оттенок, который я хотела. При смешивании получается вот такая вот интересная радуга. Но по отдельности я точно этими оттенками пользоваться не буду. Если только вместе, то еще может быть когда-нибудь. Хотя, еще раз повторюсь, при выборе этого оттенка из серии «Калейдоскоп» на картинке, на фотографии у них был абсолютно другой оттенок, поэтому, конечно же, я бы его не выбрала бы. Но вот сейчас покажу еще раз вот эти вот и пигменты, и AMC Shine, и матовые, и вот это вот «Калейдоскоп». И, естественно, по традиции на солнышке. Покажу, этого «Калейдоскопа» вообще не видно, но... Вот блестяшки хорошо на солнышке смотрятся, шайн хорошо на солнышке смотрится. И сейчас покажу, как выглядит это в тенечке. Так вот, это все выглядит. Вот так, тенечки. Такие вот. Следующих два оттенка – это два сатиновых оттенка Pearl. Так вот они Pearl NF и просто Pearl. В оттенке 402 и 447. Значит, первый оттенок 402. Выглядит он вот так. Вот 402. Такой вот красивый очень оттенок. Очень мне нравится. И
второй оттенок это 447. Это, конечно же, мой серебристый. Куда же я без серебристого? Люблю этот оттенок. Поэтому, конечно же, он обязательно должен быть. Такой вот он ближе к белому. То есть вот такой, я люблю светлые именно серебристые, которые идут в светлый оттенок. Такие вот два оттеночка. Выглядят эти тенюшки на солнышке. В таком утреннем солнышке. Ну и в тенечке. Такие вот красивенькие два оттеночка. Также вот такая штучка у меня есть. Она для того, чтобы вытягивать тени из палеток. Например, допустим, возьмем вот эту палетку маленькую. И вы магнитиком вот так вот вытягиваете тени и вставляете любые другие, какие вы хотите. То есть, если вы хотите их менять. Такой магнитик продается отдельно от Inglot. И его можно приобрести, по-моему, тоже за 5 паундов. Уже вот как бы не очень помню. Значит, следующий оттенок. Это Sparkle Enjoy Life. Такой вот он. Sparkle Enjoy Life 711. Вот такой он весь блестяшкиный. То есть это уже такой шайн прям. Пигмент, вернее, это даже не шайн, это у нас будет кремовый пигмент. Немножко такие рыхловатые. Следующий оттенок это у нас 444. Вот такой вот, как я люблю, серенький, с таким немножко голубым отливом, но ближе к серенькому. Оттенок 434, оба они перл, то есть жемчужных. Вот такие вот, они чем-то слегка похожи, но вот этот более фиолетовый, а этот уже такой более серебристый. Жемчужный. NF оттенок у нас, Pearl NF 399, такой вот тоже как фиолетовый, но уже такой вот светлый фиолетовый, розовенький такой. Такие вот оттеночки. Очень хорошая у них пигментация, всем прям советую вот эти вот большие рефилы за 5 паундов. Следующий оттенок это номер 37, MC Shine, то есть это такой уже блескучий оттенок. Так вот он выглядит. Вот такой вот блестящий бордовый какой-то, вот такой бордово-коричневый оттенок. С белыми блесточками. Здесь именно такие блесточки, вкрапленные блесточки. Они... Не как, знаете, такая пыль. Нет, они вот все-таки видны, эти блесточки. Вот. Ну, в общем-то, неплохой оттенок, особенно затемнять. Следующий оттенок это жемчужный 420. Так вот он выглядит. И сводчик. Очень красивый оттенок. Этот вот мой один из любимых. Такой вот фиолетовый красивый. 420 перл. Следующий оттенок это 453 перл. Вот такой это белый оттенок. Жемчужный белый оттенок. Такой вот 453. Следующие 5 оттенков будут все матовые. Это вот такой белый 373. Вот такой вот. Абсолютно беленький цвет. Вот такой матовый. Потом 355. Это...
такой прозрачный, ну, такой базовый оттенок, можно сказать. Так вот поставлю их рядом. Такие немножко меловые оттенки. 328. Это у нас уже вот такой. Чуть-чуть потемнее, но тоже можно отнести к базовому. Тоже вот такой вот, можно сказать, меловой. 390. Уже тоже чуть потемнее. И 360. И еще темнее. Вот такие оттенки. Покажу их поближе. Вот так вот они выглядят. Выглядят при дневном свете. Такие вот. Номер 330 матовый. Вот такой. На как база можно использовать. Номер 409 Pearl, жемчужный уже. Вот такой вот коричневый оттенок. Жемчужный, я бы сказала бы еще, он выглядит как металлический. Оттенок 502. Это у нас уже Sparkle оттенок. Вот такой вот холодный. Вот таких вот три оттеночка. Мягких очень. И последних четыре оттенка у меня осталось. Это жемчужный, спаркл и два матовых. Давайте начнем с жемчужного. Оттенок 397. Выглядит он вот так. И это такой красивый жемчужный оттенок. Даже его красиво наносить на все веко, просто как моно-соло тени. Один спаркл оттенок 467. Вот он у нас 467. Это вот такой вот спаркл оттенок. Такой вот. Просто такой вот, опять же, как соло можно носить, просто вот как, если не хотите никаких теней, а чуть-чуть совсем блесточек. Ну и два матовых, это 354 матовый оттенок, вот такой вот простой базовый матовый оттенок. Что-то я переборщила. Вот такой вот. И оттенок 351 матовый. Последний, опять же, вот такой вот базовый, абсолютно базовый оттенок. Вот такие вот четыре последних оттенка, светлых, базовых. То есть можете их даже наносить как базу и потом уже какие-то тени наносить. Ну вот такие вот мои все оттенки, я, безусловно, покажу еще на солнышке вот эти четыре оттенка. Ну, а так буду с вами прощаться. Это все были мои оттенки, которые у меня на Inglot. Это, наверное, видео просто какое-то будет бесконечное, но кому интересуют какие-то оттенки, он задумывается купить какие-то рефилы, то, может быть, какие-то ему понравятся в этом видео. Но на этом все, буду прощаться. Спасибо за внимание, всех целую, всем пока! Видите? На солнышке они практически даже и незаметны, эти оттенки. Вот что-то еле-еле видно в тенечке.